Доброе утро. Доброе утро. Вот название отеля. Кстати. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Ветер. Ветрено уже. А что, блядь, здесь это разлито, блядь, что-то. Ой. Какой красавец плывет. Никого нет, время просто 8 утра. А вот какие-то есть люди. Хорошо, когда выключит фонтан, не шумит, блядь. А то хотел больше шума, чем красоты. Мы на завтрак собираемся. Мы собираемся на завтрак. Садовник ходит какой-то. Валяется. Носки. Золушка. Золушка. Так. Это я за ночь, представляете, я выпиваю. Это я выпиваю за ночь только воды. Я просто такой вдохлёб. Представляете, здесь даже голова не болит. Здесь даже не болит голова. Столько пить и не болит голова. На завтрак пойду в рубашке, который был вчера вечером. А это какого? Потом переоденусь. Игорь, не снимай, не переживай. Игорь, виски кола? Нет, виски. Ты подписчикам обещал, что ты сегодня не пьешь. Я обещал подписчикам? Подписчикам. Подписчикам. Подписчики говорят, вот приехал, пляж, пьешь. Сегодня ты сказал, не будет ни пляжа, не будет алкоголя. Как не будет пляжа? Мы сейчас пойдем на пляж. Чего-то должно не быть. Алкоголь. Можно я не буду выбирать? Но саму выберешь себя. Вот именно. Алкоголь меня любит, я люблю алкоголь, все такое. Так. Смотри, как красиво развивается. Что? Мне кажется, чуть косоват горизонт. Ну-ка, секунду. Че? Холл стоит. Да вообще пофиг. Ты че гонишь? Что? Колонька. Это мы вчера, да? За вчерашний день выжили. У нас 2 бутылки и 3 недели отпуска. Ну, что-то идет не по плану пока. Да? Ну, что-то как-то выжираем больше, чем это. Чем есть. Кажется, приехали, потом все это закончится, надоест. Надоест, да, конечно. Мы же не можем, блядь, 3 недели бухать. Мы же, блядь, не эти, не хейтерки. Этот какого? Мне надо надеть какую-нибудь бейсболку, я думаю. Или не надо. Или так вроде нормально на голове. Вроде на голове нормально. Так пойду. Пошли. Подожди, а чё я ничего не беру? Телефон свой второй. Вообще, блядь. Это сумочка. Сумочка. Сейчас, секунду.
Пошли. Хуба-буба. Подожди-ка, ну-ка, значит, что? Не знаю, маски не знаю. Девочки, не бойтесь. Сейчас я подухарюсь. Это моя маска? А ты новую, что ли, мне дал? Не знаю. У нас, да, у нас сегодня 12 массаж. Что ты хочешь? Отключить? Это как 12 массаж. Мы пойдем на массаж или нет? After breakfast. Okay? After breakfast. One room. In room, we'll go breakfast. And after that, okay. Молодец этот паренек. Вчера попросили его принести нам воды и колу для вискаря. Все быстренько метнулся, принес. Умничка. Здесь мы вчера пили? А, нет, вот здесь. Вот здесь мы вчера пили, вот. Спросить, а где вчера провели вечер? Инки написали по поводу видоса, вот эта, где девушка подошла, Инке привет передала. Написали, типа, подпостанова, наигранно. Ебанутые, блядь, просто ебанутые. Санта. Снегирик. Так, надо будет еще маску сегодня спросить. Я хочу маску купить, плавать. И, кстати, я хочу еще с камерой залезть. Я прочитал, как бы. А телефон выдерживает, ну, чуть ли не до 6 метров глубины, но, естественно, мне такое не нужно. Мне бы так поверху бы что-нибудь поплавать, поснимать вам. Я хочу омлетик. О, сыр, кстати, вон тот вкусный, с помидорками. Спасибо. Ты картошечку? Я хочу яйца взять. Сори, Сантик. Начинки для омлета. Да.
заставили парня лук чистить, резать. Спасибо. Отлично. А вот да и? Хорошо. Спасибо. Ладушки взял. Кашу ел. Конечно. Ты сказал ПП. Да, на ПП. До часу дня. Подожди, это всю территорию отеля, что ли? Это такие бунгало? Бунгало какие-нибудь там. Прикольно. Мы решили прогуляться. Показать отель. Сами посмотреть хотим его. Красивый. Какое солнышко. Волейбольная площадка. Че ты там, блядь, орешь? Сидит, блядь, на пальме и недовольная. Цветы на таких деревьях, такие стволы, красивые, да, цветочки? Блогер. Боже, боже, куда это мы идем? Фонарики тут вечером подсвечивают. Ха-ха!
это. Как вы думаете, время, вот, 9:44, уже можно пить виски или нет еще? Не могу понять. Сейчас мы пойдем загорать. Игорь, пойдем маску посмотрим в продаже. И это, я хочу пойти поплавать. Пошли? 10 утра. Идем? Да, они классные. В них как раз плавать. И что, один раз? Почему один раз? Пойдем посмотрим. Пойдем. Спросим. А он будет что-то говорить, я буду не понимать. Здрасте. Здравствуйте. А в какую цену маски? Вот эти, какую цену? Есть $10, 20, 30, 40, 50, 60. Сколько штук хочешь? Ну, штук 30, наверное. На каждый день. Один штук? Ну да. Сколько стоит вот такая черная? Я там самый лучший. Это 45, да? Это самое лучшее. Если хочешь мне $30, есть. Без этого я дам это в компанию. Лучше мне $30. Какой цвет для тебя? Какую? Ты мне вот эту предлагаешь? Такую? Мини самое лучшее. Что ты это? Ты не хочешь? Сейчас мы подумаем. Игорь, сейчас спасибо. Игорь, это 45 у них здесь сегодня. Не понимаю. Чего? Чего? Если хочешь по $20 есть. $100 есть. Понимаю. Да. Ну, это ты не покажи, какие маски есть. Что ты это? Где за 20, где за 10, где за 100? Какая? Это 45? Это там 40. $15. Угу. $10. Угу. Еще $22. $100 есть. Угу. А в чем у них разница? Еще $100, если хочешь. $100 не надо, спасибо. $25. Кому? Тебя or кому? Мне. Тебе. Угу. Возьми об 40-45, я дам скидка, потому что это самый лучший.
гаранты с тобой. Это второй тоже, это хорошо. Это как и в Европе, германский, понимаешь? Угу. Давай. Покажи что-то. Давай, Бемик, ставки здесь. Вон. Нет, ты можешь побери и все, что-то. Это в комбане, посмотрим игру. Ты знаешь, как в Германецке есть как это. Это не идеально для меня. Если что, проблем не поменяют. Для тебя безбилавно. А в чем у них разница? Силикон. Силикон дышает, это лучше. Понимаешь? Когда дышает. Uh-huh. Это лучше такая. Силикон. Ага. 100% силикон. Так здесь тоже силикон. Окей, возьми такая. Да, друг. Угу. Давай померить? Да не, зачем? Я так вижу. Угу. Это азур, это хорошо. Самое лучшее. Понял? Угу. Это разные счет, ты не знаешь, какой лучший. Это мой бизнес, я знаешь, работа. Ты знаешь, это много штук. Посмотрим, потому что лучше. В комбане. Чем он отличается-то? Силикон. Так, здесь тоже силикон. Друг. Жень, он разный бывает. Отдышает, отдышает. Короче, девочки, развел он меня, купил я за $25, короче, в рублях ровно 3000 с меня сняли, 580 местных этих рубриков, 580 он пробил, что-то дохуя, по-моему, да? Сейчас будем рыбок смотреть. Рыбоньки. Через полтора часа на массаж пойдем. Ну, мне кажется, я это... Вот мой массаж. Маска. Я не расстроен. Прекрасно. Я отдыхаю. Ящерка. Смотрите. Вон она. Где? Сука, только что была же. Я как эти вчерашние дети. Что, здесь, да, будем? Прекрасно, давай здесь. Okay.
стоять мне здесь вообще невозможно. Отключай.